производстве Следственного отдела по городу-курорту Анапа Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю находится материал проверки сообщения о преступлении по факту безвестного исчезновения Баван Натальи Николаевны, 1975 года рождения, которая покинула место проживания, расположенного по адресу Краснодарский край, Абинский район, станица Холмская. В ходе проверки было установлено, что Наталья отправилась в город-курорт Анапа. До настоящего момента местонахождение не установлено. Лиц, знающих о местонахождении девушки, просим сообщить по телефону 02.